Доброе утро. Впрочем, можно сказать и добрый вечер. Хорошие записки есть, в которых много восклицательных знаков и много эмоций. Я не буду начинать с них. Да, чуть-чуть есть заминка, с чего начинать. Когда-то Чехова спросили, как он пишет рассказ. Он говорит, вот зависит от первого слова. Хотите, начну со слова «чернильница», и будет рассказ «чернильница». У нас немножко сложнее, потому что это не просто общение, не просто прочесть какой-то отрывок, а сделать так, чтобы в конце произошла такая реакция людей, чтобы случилось невозможное. И практически эпиграфом к нашим всем выступлениям, к нашим встречам служит одна единственная фраза – «стремление к невозможному». Что такое подсознание? Зачем оно вам нужно? Ну, давайте два слова «подсознание». А потом, зачем оно нужно не только мне, а нужно и вам. Подсознательная сфера. Чем человек огражден от окружающего мира? И чем отличается? Единственный – разумом, только лишь. Вот почему пчела делает свои соты искуснее любого архитектора? От чего? Она это делает рефлекторно, автоматически. И у нее, естественно, уровень подсознания низкий. То есть она не размышляет, она не знает, как это называется. А это просто на уровне рефлекса. У более высокоразвитых животных это сложнее. Подсознательная сфера имеется у животных. Что это такое? Но я бы сказал, это кладовая памяти, куда любая информация передается из поколения в поколение. Наклонитесь над ребенком, которому 5-6 месяцев, и сделайте страшную гримасу. Или закричите. Ребенок испугается. Почему он испугается? Потому что он имеет информацию. Он же родился со знанием, что громкий крик, гримаса несут опасность. Откуда он это знает? Откуда ребенок знает, что пищу нужно брать в рот? Почему он палец сосет? Мы тоже имеем информацию. Но вернемся еще к детям. Дети безошибочно определяют, кто хороший, кто плохой. Говорят так, устами младенца глаголит истина. И еще, когда вы беседуете с кем-то, и вам дают какую-то информацию, что-то говорят, вы не всегда верите, а вам как-то не верится, часто бывает. Отчего? Потому что у вас есть еще другой канал приема информации о человеке. Прием не его слов, а комплекса человека. И слов, и лица, и тона, и позы человека, и много чего другого. В подсознании таится огромная информация обо всем, а прежде всего жизненный опыт. И это играет огромную роль. Я часто привожу этот пример, и уже ничего страшного, если я еще раз его приведу, что, например, у диких животных имеется информация от прародителей о том, что, например, замкнутые пространства могут привести к гибели. Ведь часто предки разных животных попадали в ямы, попадали в капканы и в другие такие условия, где мало было жизненного пространства. И опыт научил тому, что размножение в таких условиях приведет к гибели. Поэтому дикие животные, попадая в зоопарк, они не размножаются. Например, гориллы, львы, тигры. Это сенсация, если появляется потомство. От чего? Потому что они имеют информацию, они видят, что они в клетке находятся. И эта информация очень реальная и четкая. И она, попадая через органы зрения в мозг, в подсознание, стыкуется с той информацией, которая была. Происходит обработка этого сигнала, и тогда идет мощный посыл психики о том, что размножение невозможно и нет размножения. Вот какова сила внутренних биохимических процессов. Влияние на сознание только лишь – это давнишняя многовековая ошибка. И в частности, этим злоупотребляли ученые. Но никогда этим не злоупотребляли никакие, как, кстати, тут вы написали, шаманы, знахари, колдуны. Если вы были внимательны, читая художественные книги, заметьте, что ни один шаман, знахарь, колдун никогда не разговаривал членораздельно. Он то танцевал, то пел, то скакал, то что-то такое бубнил непонятное под нос.
но никогда, потому что не обращался к сознанию. Сознанию нечего было взять, потому что сознание моментально встретило бы в штыки любую информацию. Человек не хочет расставаться с болезнями не потому, что он не хочет, а потому что огромная вражда есть между сознанием и телом. И я в очередной раз приведу слова Гёте, величайшего психолога, поэта и наблюдателя. Вот в чем я, например, не разберусь. Душа и тело слиты нераздельно. Так а чего же тесный их союз не оградил их от вражды смертельной? И вот вы смотрите в зеркало и видите, что вы не очень-то красивый человек, состарившийся с морщинами. И хочется, чтобы было по-другому. Сознание тщится, просит. Увы, ничего не получается. А если вдруг возникает, например, такое, как, ну, боль возникла. Хочется подавить ее, заставляете, она не подавляется. Мозоль на ноге. Ну-ка, заставьте. Какое надо иметь желание? Что вы, как вы ни говорили бы, как ни уговаривали бы, ничего не подействует на эту мозоль. А опухоль? Что те, кто заболел, допустим, даже не таким страшным заболеванием, как злокачественная опухоль, но таким, как мастопатия грудной железы. Что эти люди не мечутся, они не жаждут от этого избавиться, они не молятся, они не просятся. Глухая грудь к этим просьбам, глухая, потому что душа и тело, как сказал Гёте, они враждуют. И поэтому психологи всех времен и не стали пытаться через психику добираться до пяточных шпор, до заболевших внутренних органов. Они стали добираться через психику только к психике. И вся психотерапия всех стран и континентов, она занимается одним – неврозами. Невроз – это расстройство психики. Страхи, навязчивости, там различные, неврастения, истерия, депрессия – все это расстройство психики, вредные привычки. И поэтому психикой – психику. Вот такой канал. Ни в одной книге, и даже в самых выдающихся книгах, например, такие произведения Зигмунда Фрейда, выдающегося австрийского психиатра, ведь он тоже свой психоанализ придумал не для лечения грыж, а для лечения психики. Это один из психотерапевтических способов, который наделал очень много шума и властвовал умами несколько десятилетий, вызвал очень много споров, вызвал ряд новых таких направлений, как неофрейдизм, например, и даже родил противоположное себе направление. Но опять-таки, если разобраться, спорили, а в конечном итоге пришли к тому, что лечатся только неврозы. Но Фрейд был одним из тех, кто коснулся проблемы бессознательного. И много писал об этом. И получилось так, что Фрейд, который в свое время отбросил гипноз, подошел к проблеме бессознательно, оценил его значимость, но, оценив это, все-таки ушел снова в область сознания. В моей работе, сама работа подсказала другое, что от сознания к подсознанию, оттуда еще дальше, еще большую глубину, еще в этот космос более глубокий, именно к телу. Потому что разве не является космосом вот кривой палец? Ну как до него достать, чтобы он изменился? Где эта путь-дорожка? Какой канал связи есть, чтобы можно было приказать пальцу? Чтобы он, будучи кривым 30 лет, вдруг выпрямился? Как приказать лысине, в конце концов? Ну как? И ведь лысина-то вот она в зеркало смотришь, а на самом деле она дальше, чем туманность Андромеды по досягаемости. Поэтому я считаю, что это тоже своеобразный космос. И наблюдая своих пациентов, я через свои руки пропустил их очень много, невероятно много. Я рад тому, что мне пришлось в свое время выступать на сценах с так называемыми психологическими опытами. И я проводил не только такую теоретическую часть краткую, но проводил эксперименты, где перепроверил и гипноз, и внушение, и нашел очень много исключений из правил, и в конце концов пришел к тому, что расстался с таким понятием, как гипноз, и пришел к самым простым, самым таким доступным способам, абсолютно. Моя работа сведена до максимальной простоты, с одной стороны.
А с другой стороны, я подошел к проблеме бессознательного и понял, что через подсознание, через этот черный ящик, если можно так выразиться, есть вход в любую комнату. Можно добраться до любой точки, и результаты не замедлили сказаться. Результаты, они имеются налицо, и они состоят в том, что стало реагировать тело. Конечно, душевные болезни – это очень важно. На то есть психиатрия. На то есть и психотерапия. Есть различные способы успокоения, расслабления. Есть способы того, что, как снять депрессию. Все это существует. Но совершенно никогда не было никаких способов бескровным путем избавить человека от хирургической операции. Я не стал, как другие, повторять, что филиппинские врачи – это шарлатаны. Потому что рассматривать этих моих братьев по моему ремеслу, я считаю, что никто так близко ко мне не стоит, и никому я так близко не стою, как филиппинские хирурги, которые делают операции без скальпеля руками. Я вижу соединение двух моментов. Прежде всего, они гениальные фокусники, с одной стороны, и это является как бы таким авансом для человека. Когда он видит, что вдруг живот ему раздвинули, туда что-то извлекли, на самом деле нет. Но это рождает необыкновенную веру, но уже не ума, а сердца, подсознания. А как только такая реальность возникла, что из человеческого организма что-то извлекает, уже достаточно. И уже в этом пункте болезни нет. И тут-то начинает срабатывать саморегуляция. И происходят внутренние процессы самоизлечения. И все. Для меня таким вскрытием были операции. И мой весь предшествующий жизненный опыт, который дал возможность подойти к этому. Ну как назвать свою работу? Ну как придумать название? Я думаю, знаете как, если точно уже быть дословно, я бы сказал, что моя работа, я активатор воспоминания. Вот вся моя работа. Воспоминания самого раннего, первого шага, первого вдоха. Потому что все люди рождаются нормальными, как правило. Я не буду говорить о уродах, не буду говорить о болезнях, которые еще получены человеком в внутриутробном периоде. Это одно. Но в целом человек запрограммирован на норму. И вот он рождается нормальным. Первый глоток, который он делает, и воздуха, и пищи, это уже шаг к ненорме. Потому что он тут же поглощает бактерии. Тут же начинается борьба за выживание. Даже глоток материнского молока уже не лишен того, что есть какая-то маленькая инфекция в этом. А дальше начинается коррекция со стороны окружающих. И пища, и психические травмы, и физические травмы, экологическая среда и прочее, прочее. И человек из совершенного превращается в несовершенного. Он начинает болеть. Но память о том, каким он родился, вот эта программа, которая была заложена, как говорится, Господом Богом, она есть. И как только эту матрицу оживить, освежить, то организм начнет выпрямлять кривую. Он начнет избавляться от тех отклонений, которые возникли. Рудиментарно это заложено. Вот вы разрезали руку. А ведь она заживает, значит, организм выпрямляет неправильность. Возник нарыв, он прорвал нарыв, а потом снова заживает. И со временем даже и следа бывает так, что и не видно. А ведь генетические программы действуют. Смотрите, смена зубов. Хочешь, не хочешь, это автоматически происходит. Даже у слабоумных идиотов и то первая партия зубов, потом вторая партия зубов. Автомат. Мертвый человек лежит на столе, автомат работает. Растут борода, усы, ногти. Видите, вот что такое подсознание. Генетически закодированные программы. И вот расшевелить эту матрицу, освежить ее, и человек выздоравливает. А теперь это теоретически, гипотетически. Но как? Как расшевелить? А природа подсказывает. Дайте, пожалуйста, науку на мужскую силу и не обижайтесь. Как я могу обижаться на это? А, нет, не так. Чтобы мы, жены, не обижались. Я мало эту тему трогал, но сейчас решил немножко ее трогать. Пускай так будет. И, впрочем, оно так и происходило. Во многих случаях всякие улучшения.
Вот, и коррекция. Но это такая тема, как бы такая скрытая. Я должен сказать, что я не люблю говорить на эту тему никогда. Поэтому в наших встречах так иногда, кроме такой маленькой шутки или разрядки, больше темы нет. Но знаете, что эта тема присутствует, потому что установка идет на тонус всех органов и систем, на возобновление различных функций. Поэтому будем читать между строк. Читайте меня между строк, как хорошие читатели, потому что плохой читатель читает, как говорил Толстой, и не понимает, что написано. А другой читатель читает и понимает, что написано. Но самый лучший читатель – это тот, который читает и видит даже то, что не написано. Так скажите, где же у нас гипноз нашей встречи? И еще раз о гипнозе. Гипноз – это усыпление. Гипнотизером может быть самый обыкновенный автобус, самый обыкновенный самолет, детская коляска, может быть, рука матери, поглаживающая ребенка, да тот же парикмахер, который расчесывает голову и стрижет вас. Кому, кто не дремал в это время, кто не чувствовал удовольствия? Вот вам где гипноз может быть. А нирвана, о которой пишут йоги, это состояние, это сестра гипноза, это то самое практически, только вызывается путем воображения, путем самовнушения. Она переводится как просветление. Гипнотическое состояние, полезное, хорошее, нужное, здоровое. И Павлов четко назвал это. Павлов – это величайший авторитет в области физиологии. Равных Павлову физиологов нет и, наверное, никогда не будет. Он сказал так. Гипноз – это есть область высочайшего научного смысла. Поэтому не надо было бы бояться, если бы был гипноз. Но, к счастью или к сожалению, но совершенно не нужен нам гипноз. Не нужен. Это как состояние, может быть, для вдохновения, для отдыха, да. Кстати, все вы сегодня, вчера, позавчера, всю жизнь, кто сколько жил, ежедневно бываете в гипнотических стадиях. Когда? Вот вы утром проснулись, и вот тот мгновение от перехода от бодрствования к сну и наоборот. Это всегда переход через гипнотические стадии. И животные, и люди ежедневно в гипнотических стадиях, утром и вечером. Как избавиться от апатии, лени и лишнего веса? Избавитесь от апатии, тогда уже избавитесь от лени и лишнего веса. Избавитесь от лишнего веса, исчезнет лень. И избавитесь от лени, исчезнет лишний вес. Начните с чего-нибудь одного. Сила воли, установка ваша, желание, стремление приведут вас к цели. Это возможно, реально и, главное, необходимо. Будьте твердым, и тогда у вас все это произойдет. Устала, где взять силы? Вот силы возьмите из ничего. Есть откуда брать. Из ничего. Еще есть такое выражение китайского мудреца, что сила ничтожна, а слабость велика. Всегда те, кто добивался, они начинали со слабости, с нуля, с ничего. Всегда, как правило, одаренные, сильные люди, они как-то не пользуются этим. А только сильными стают слабые, как правило, и в спорте, и в жизни. Тот, кто не имеет, тот он царапается, добивается. Вот и вы. Вам нужна маленькая информация, маленький толчок. Толчок – это в правильной диете. Диета белково-растительная. Это небольшие порции пищи, обильное питье. То есть столько, сколько вам надо. Давайте мы теперь пригласим сюда тех, кто что-то скажет. Анатолий Михайлович, я болею сахарным диабетом 6 лет, у меня резко падало зрение. Сейчас зрение почти единица. Выпадал почти весь волос. Сейчас тоже все нормализовалось. Большое спасибо. Я после операции перенесла обширный инфаркт миокарда. Вас я видела только по телевизору. Не надо это говорить, просто что прошло? Все прошло. Сердце здоровое. А как электрокардиограмма? Хорошая. Рубцов? Нет, не рубцов. Даже сердце здоровое. Рубцов не показывает? Нет. Какой у вас был инфаркт? Передний, задний, стенки? Миокарда обширный, мелкоочаговый. Сколько тому времени назад? 2 года. Я сейчас хорошо себя чувствуете, все? Плаваю в бассейне. Как вас посмотрела, так проплыла сразу всю дорожку. Хорошо. Я приступил до ваших сеансов еще в 88-м році. Я упал на похудение, но похудение к такому у меня почти что не произошло.
Но зато на п'ятому сеансі ви лично підійшов, ви ходили тоді по залу у чорному світрі, ви підійшов, мене взяли так ладошками за уші і доторкнули головою до своєї груді. Продержали минут, то є секунд 10, після чого, правда, в мене почалися там болі. І два рази я у вас був із болями з цими, мене виправляло. Потім болі ушли, і коли я звернувся з документами вже до своїх врачів, які мені відказали у операції, вони відказали через те, що я хворів туберкульозом кості, сказали, що не можна робити операції, бо живуть палочки Коха, і ти через 3 місяці віддаш кінці. І спасибо вам, я до сих пор живий, і грижі нет. Я упала з 6-го этажа, 6 лет не ходила. После 4-го вашего сеанса почувствовала силу в ноге. Начала ходить почти в квартире без палки. Нога стала сильная. 6 рубцов. Я бы хотела представителей прессы, чтобы меня повели на экспертизу. Взяли, конечно, лупу, потому что они без лупы не найдут ни одного моего шрама и шва. А если я упала с 6-го этажа, то, наверное, шрамчики у меня какие-то есть. Теперь их подлейшие статьи, они только портят отношения нам, все равно мы никто не верим, все равно нас тут за 5 дней 50 тысяч людей, я сплю крепким сном, я не чувствую боли, у меня кровообращение почти в ноге нет, нога теплая, я вчера и все эти дни сплю по 10 часов, стыдно вам, да? Прекратите писать свою болтовню. Никто вам все равно не поверит. Весь мир знает Анатолия Михайловича. Мы все знаем Анатолия Михайловича. Все равно правда восторжествует. В Кировоградской области я уже разговаривал здесь. Я с ногтями вам показывал нераспространенный псориаз. По этому все тело было, голова, ногти. Но ногти я показывал, все нормально. Это после 5 сеансов по телевидению. А сейчас после этих сеансов у меня голова, кожа головы была как географическая карта Земли, честное слово. Я не мог ни пойти ни в парикмахерскую, никуда. Сейчас у меня голова чистая, уже бляшки на теле все проходят. Выпадал сильно волос, сейчас я заметил, что начали восстанавливаться корни волос. И я думаю, что у меня обратно будет скоро чистый украинский чуб, как положено. Анатолий Михайлович, у вас много спрашивают, многие сомневаются, многие говорят, можно или не можно беременным женщинам смотреть ваши сеансы. Вот живое доказательство того, что можно смотреть ваши сеансы. Вот мальчик, который родился благодаря вашему обезболиванию родов, моей дочери. Мальчик родился здоровым, хорошим. Дорогой Анатолий Михайлович, ви мене пам'ятаєте, як ви виступали з Ласом, і я вам казав, що в мене псоріаз. Ви мені сказали, щоб я дивився ваші телепередачі. А потім 29 грудня 1989 року ви теж виступали по телебаченню. Я вам казав, що в мене 700 вавок, а тоді залишилось десь 20 вавок. У мене раніше по всьому тілу був псоріаз, вся голова була обсипана, все тіло, ноги, руки. А тепер ночі я не мог заснути. Коли я вставав, у мене навіть на простині були кроваві сліди. Я ночі чесав валки, кров оставалася. А тепер у мене тільки трошки залишилось на руках і 6 вавок на нозі. Більше нема ніде. Моєму синові 8 років. 4 роки я його носила на руках. Не говорив, не ходив. Врачі сказали, що вже все. Нічого, батько цьому повірив. Я не повірила в Москві. Сказала, що я ще найду Кашпіровського, мій син вилічиться. Один сеанс подивилася Анатолія Михайловича Кашпіровського і син ходить і говорить, було діагноз був мінінгіт-енцефаліт правостороннім гіпоперезом, судорожним синдромом. Де ви живете? Зіньківський район Полтавської області, село Опошня. У мене пройшов пневмосклероз, полікістоз правого легкого, астма бронхіальна, псоріаз, косточка на ноге, ноготь обезболює.
не стал болеть грибковый. Родимое исчезает невероятное на всем теле. Бородавок много исчезло. В 76-м году предлагали мне операцию по циститу. Я болею циститом. Первый ваш сеанс подивилась, пройшов. Мне очень жаль, что встреча с хирургами произошла раньше, чем с вами. Я после 6 операций, у меня нет детей, по милости их. Сейчас прошло, я не видела 30 лет на глаз. На правой травме была золотуха, детская операция. Сейчас стала видеть, различать цвета и предметы. Спасибо. 30 лет вы не видели? Да. И сколько времени уже вы хорошо видите? Вот только 1 числа, 16-го, вернее, на вашем первом сеансе стала видеть, на правый глаз. А какой был диагноз? Это нет, испуганно не видела, нет? Это было связано, наверное, с поражением глазного дна? Ну, детская золотуха, как называется в народе. А, потом понятно. Воспаление? Да, потом вот. Травма. И рубец рассосался за эти дни, стала видеть? Более 16 лет я не вылазила с больниц. Было, весь организм был отравленный. Каждый день скорая приезжала. После сеансов я себя чувствую хорошо. Анатолий Михайлович, большое вам спасибо. У меня было инфаркт сердца. Мне около уха сделали здесь две боявухи. Хотели делать операцию. Это уже 10 лет было. За 2 сеансы у вас прошло. Большое вам спасибо, чтобы вы всех людей лечили, как вы лечите за эти 2 сеансы. У меня прошли эти 2 опухоли. 15 лет я болел радикулитом, остеохондроз с преимуществом поражения дисков. После ваших сеансов, которые я смотрел, в настоящее время 2 года уже я не чувствую никаких болей. С 43-го года ожоговые рубцы огнем у меня рассасываются, почти что все рассосалось. У меня 75% ожоговой поверхности, глубокие, я врач. Но кроме того, у меня очень много чего ушло. Но мне хочется поделиться, что ко мне пришло. Я стала рисовать. У меня появилось громадное желание рисовать. И я начала делать копии. Если хотите, я покажу свои. Покажите. Вот. Пока. Вот моя одна из лучших работ карандашом. Потом мне захотелось маслом. И я начала делать копии масла. А вы до этого не рисовали? Никогда я даже зайца нарисовать не могла. Вот. Вот моя маслом. Вот моя. И вдруг много у меня. А вот это моя уже фантазия. Это я уже начала, может быть, это не рисунки, мазня. Но для меня, может быть, это как мертвая петля. Сделано. Вот. Вот мои рисунки. Вот. Вчора ми подивилися тільки один сеанс. Дівчинка заїкалася рік. І ввечері прийшли, вона почала читати. Але говорить, да? Ну, хорошо. Скажи что-нибудь, солнышко. Анатолій Михайлович, дякую. Анатолій Михайлович, у мене комбінірований порок серця був, в 78-му році оперована, і після сеансів в Ялті практично з 87-го року і групу зняли, і я здорова. Щиро вдячна вам. Дозвольте вам дати квіта. Город Київ. У меня должны были уже камень справа, мочеточника, петлю отличить. После 3 просмотров передачи по телевидению, камень вышел спокойно, без всякой боли. А второй был тоже давно, я его потеряла уже просто. Никаких болей не чувствовала. Второе, 15 недель фибромиома. Сейчас 5 недель. Это все были просмотры по телевидению, встреча у меня с вами так, была. Так, теперь вы верите, что десятки тысяч людей избавились от операции? Да. Вы одна из них. Спасибо. Анатолий Михайлович, большое вам спасибо. У меня струп десь появился на старость, на лобби. Я не могла его ничем загнать. Я по часу по півтора в воде мочила и всем, и я ничем не могла его загнать. А я посмотрела на вас сеанс у телевизор, и у меня зайшов, я не знаю, где он дивился. 20 лет гипертония, 15 лет сахарный диабет, инфаркт миокарда, 5-й год.
посещаю вас с 87 года. Результат отличный. С первого дня не употребляю совершенно таблеток от диабета. У меня прошел поликоз желудка, спазмы мозговых сосудов, стенокардия, ишемия и варикозное расширение сердца. Вен. Спасибо. Вен. Был поврежден медиальный мениск левого коленного сустава. На следующей неделе должны были оперировать. Сейчас хожу уже хорошо, спасибо. И еще. Дискогенный радикулит после сеанса 88 года. Прошел полностью. После двух сеансов у меня прошел шейный остеохондроз, перестал болеть. У мене прошла мастопатія. Я була в онкодиспансері на обліку. От, і також пройшла гіпертонія. У чоловіка потемніли волоси. Я 44 роки курила. После первых трех сеансов, которые были в начале 89 года, бросила за третьим сеансом внезапно, моментально курение. В декабре месяце... И сколько уже не курите? Ну вот с того времени больше не курю, и даже противно... С когда... какого времени? С начала 89 года. То есть вы уже не курите два года? Да. Все. Все. Нет, еще у меня есть. Значит, в ноябре или в декабре были еще телесеансы, у меня прошли пятна пигментации. Когда я смотрела вас только по телевидению, и всегда я старалась думать, конечно, о том, что меня интересовало. А вот о пятнах пигментации не думала. Внезапно они прошли у меня полностью, и ничего нет. Пройшов рубець 50-ї давності, 50-літньої давності. Після операції був такий рубець, як палець. Він пройшов. Пройшла гіпертонія 26 років давності. Краснодон. Гіпертонік 75-го года. Після телесеансів останній год не була ні разу на больничних листах і кризів не було. Був чоловік Рифат Рексіїв. От я його племянник. Він дуже благодарен Анатолію Кашпировському. Сейчас он жив, нормально работает с детьми там в Ташкенте. Открыть курс. Речь идет о чемпионе мира по боксу, нашем знаменитом советском боксере Руфате Рискиеве. Когда я приехал в Ташкент два года тому назад, то из рядов зрителей встал мужчина и начал свою краткую речь. Она звучала так. Я... Руфат Рискиев, чемпион мира по боксу, инвалид второй группы и так далее. Инвалид второй группы из-за многочисленных переломов. И когда он прошел наши телесеансы, оказалось, что у него исчезли даже следы перелома. Так это или нет? И восстановилось зрение. И сейчас он работает тренером, занимается своей любимой работой, выращивает таких же сильных, смелых людей, как сам. Многие неправильно трактуют, что должно быть, как быть. Неправильно трактуют то, что происходит. Стараются увидеть то, что бросается в глаза, и не видят то, что не видно. Закройте глаза. Может быть, в этом и скрывается какое-то коварство. Потому что многие со стороны глядя подумают, что люди заснули. А они просто закрыли глаза по моей просьбе, чтобы не видеть ненужного. Я не буду перечислять болезни. Вы их перечислили в своих выступлениях. Одну сотую назвали. Многое осталось несказанным. Но я не буду продолжать этого списка, ибо, можно сказать, фразу, которую я говорю всегда. У многих, у очень многих проходит очень многое. Естественно, что не всегда и не во всех. Очень многое проходит у многих, но не всегда и не у всех. И для того, чтобы было всегда и у всех, для этого требуется повторные встречи, повторный штурм, поиск еще более утонченного пути к тайнам. А сейчас продолжайте быть такими, какими вы есть.
не утруждая себя ничем. Некоторые ждут, почему же он ничего не говорит дальше. И ждут в моих словах каких-то команд, каких-то приказов в адрес болезни. Наша встреча – это уже есть приказ этой болезни. Любой. И для любого. Говорю, это я немного излагаю свою точку зрения на что-то. Это не лечение. В моих словах нет ничего, кроме того, что я сам себе самому стараюсь отчеканить то, что думаю сам. Тайна нашего контакта никогда не бывает конкретна, ибо можно подумать, что вот именно эти слова вызывают эти чудесные излечения. Нет, тайна за вашей спиной. Никогда вы не сможете посмотреть ей глаза. Не выворачивайте ваши руки, а поставьте их по-человечески, нормально. Забудьте эти лжеприемы. И старайтесь ловить информацию не руками, а ушами, глазами, обонянием, всем своим существом. Никому ничто не может помешать. Ничто, ни шум, ни свет, ни какие-то отвлекающие моменты, ни то, что некоторые из вас блуждают глазами в поисках пищи для своего ума и разглядывают окружающее. Ничто это не может помешать. С другой стороны, как индивидуумы, вы можете раздражаться. Вы можете быть с чем-то не согласны. Более того, у вас может возникнуть несогласие со мной с начала до конца. Это совсем разная вещь. Вы индивидуум, и вы, мой пациент, разные вещи. Как индивидуум, вы уязвимый. И вам присуще все. Все земное. Но как пациент, вам будет присуще все божественное. И только божественное. Поэтому, с одной стороны, вы воспринимаете земное. Шум, стук, разговор. Зрительные объекты. И реагируете по-земному. Но с другой стороны, трудно сказать, каким чувством, наверное, всеми сразу вместе, вы воспринимаете божественное и реагируете божественно. И вот этого вы не чувствуете, только, быть может, немножко догадываетесь. Не требуется ваш сон, ни расслабленность, не требуется концентрация и помощь. Не требуется уход в себя, не требуется ничто. Еще раз подчеркну, требуется только лишь фактор вашего присутствия.
Будете ли вы идти навстречу или убегать? Возник ли у вас дух противоречия или фанатическое согласие? Суть вещей не меняется, ибо это ваши каждодневные земные реакции. Они не решают ничего. Ваша вера или недоверие, скепсис или непонимание – все это земное, вторичное. Если бы я прикасался к обычному, то имел бы обычный результат. И счастье в том, что нашлись пути и ощущения, и чувства, что прикоснуться к необычному. Что бы вы ни испытывали, согласитесь с этим. Какие бы утонченные и острые чувства вас не возникли, согласитесь с этим. Нет предела успеху. И нет такой болезни, которая бы не отступила бы хотя бы у одного человека. И у нас не лечение, а коррекция, выпрямление воспоминаний. Я бы назвал нашу встречу одним – воспоминанием о прошлом. Воспоминанием о том, чего не помнили. Ибо никто не помнит памяти своего совершенства, не знает. Никто не знает умом, что такое совершенство. Ибо знали вы это только тогда, когда издали первый свой крик. И через секунду после этого уже стало возникать несовершенство. Первый глоток материнского молока уже стал создавать отклонение. И оно было незаметным. И незаметным у многих осталось и по сей день. А у многих, кто глотнул не только молоко матери, но и несчастье, различные удары, у кого не сложилась судьба, у кого кто познал горечь, печаль, невзгоды, инфекции, вот те и отступили от нормы. И почему воспоминания? Потому что заложена в человеке память нормы, и только возврат к ней вернет вас к излечению. Я бы сказал это более глубоким словом, к исцелению. Реагируйте спокойно. Вам дано сдержаться и дано не распускать свои нервы. Дано. И внемлите тому, что говорят вам. Внемлите. Разрешается вам полная внутренняя свобода. И хотя сам главный процесс возвращения к норме, а это значит исцеление, он не слышен, этот процесс. Человек не чувствует, как он теряет ту или другую болезнь. Это невозможно. Но сопутствовать этому могут эмоции. Это может выливаться в разные ощущения. То тяжесть, то тепло, то расслабленность, то игра с сосудом, то какие-то покалывания или взлет ума, догадка. Или, быть может, вас осеняет в этот миг. Все это вторичные вещи.
и земные. Поэтому у многих могут в глазах быть сейчас разные картины. И картины природы, и лица близких или чужих людей, и все что угодно. И могут трепетать не только ваше тело, но и ваша душа. И могут быть самые разнообразные чувства. Анатолий Михайлович. Не задавайте с целью, не думайте о том, о чем всегда думаете. Не заставляйте сейчас себя излечиться, не подгоняйте события, не опережайте их. Просто присутствуйте. Я отталкиваюсь от вас, и многообразие людей, огромное разнообразие, дает мне пищу. Я вижу и чувствую вас в целом, видя каждого в отдельности. И чувствуя всех в целом, вижу каждого в отдельности. И то, что мы сделаем сейчас, и то, что типично для 10 000, типично для миллиона. И все, что с вами, то и с другими будет. И поэтому исключается ошибка, исключается гипербола, исключается преуменьшение или преувеличение. Наша встреча несет вам только добро. И в этом вы убедились, если имеете уши и глаза. Многие в плену неправильных рассуждений. Они ждут какого-то конкретного ощущения. Многим хочется, что где-то что-то или током ударило, или закололо, или ущипнуло, или потеплело, или похолодело. Бойтесь этой ошибки. Это тормоз, это препятствие. Вы можете ничего не ощущать. Это, наверное, самое правильное. Как можно чувствовать, как растут волосы? Никак. Как можно чувствовать, что уходят рубцы в душе? Никак. Разве можно чувствовать, как заживает рана? Никак не почувствуете. Великая тайна. Чем она больше, тем меньше можно ее почувствовать или вообще никак. Тишина тоже тайна.
Вот и заканчивается ваше одиночество. Если вы были одиноки, если вы принадлежали себя, через несколько минут вы уже будете принадлежать не себе, другим людям, событиям, обстоятельствам, трамваям, троллейбусам, делам, работе, каждодневности. А пока был короткий миг, очень беглый миг, нужный, необходимый, который завершил, подвел итог нашей встрече, нашей борьбе, сопротивлению, упрямству и многому чему, что давлело, мешало. На счете 10 глаза открываются, наш сеанс заканчивается. Пусть плавный будет переход от одного состояния к другому, от необычного к обычному. Впрочем, наверное, то, в чем вы были, это есть обычные. А все, что вокруг, все, что потом, это необычное. Сидите на местах, не вставать. Один. Глаза открываются. И открылись легко и у всех сразу. Два. Три. Вы в полной норме. Вы даете отчет своим действиям, как и отдавали. К этому я стремился на протяжении всей нашей встречи. Я стремился вселить в вас разум и понимание своей работы и себя. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Наша встреча закончена, и вы быстро мобилизовались и пришли в естественное нормальное состояние. Мы с вами прощаемся. До следующей встречи.